Наверняка вы замечали, что во время работы вы полосите, то есть у вас остаются прям полоски на брови, хотя они там совсем не нужны. Или вы создаете какие-то непонятные пятна, хотя вам кажется, что ваш штрих идеальный. Я вам расскажу, почему это происходит. Чаще всего так случается, потому что вы не владеете идеальным штрихом. Давайте сегодня разберем, что же это такое идеальный штрих и как подобрать правильно скорость движения руки и скорость на вашем блоке питания. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети школ татуажа и сети студий татуажа. Что мы должны сделать? Я включаю на моем блоке питания скорость минимальную, на которой вообще включится аппарат. Я буду работать сейчас вот этим, вы можете своим это сделать. Я набираю пигмент и я прохожу... Определяю, какая скорость движения руки мне удобна. То есть, знаете как, кому-то удобно вот примерно вот с такой скоростью очень медленно, держа все под полным контролем, проходить всю бровь. Это очень низкая скорость. Сейчас у меня выставлено 4,5 было. Вот я сейчас разгоню аппарат до 7 на блоке питания. И точно такое же движение дает мне уже совершенно другой внешний вид штрихов, которые я кладу. По скорости движения руки не изменилось, но плотность того, как я прокрашиваю латекс, изменилась и очень сильно. Видите разницу, да? Вы должны понимать, что скорость движения руки и скорость аппарата, они очень плотно связаны. Вы должны выбрать для себя оптимальную скорость движения руки, с которой вам удобно долго работать. Итак, вы определили скорость движения пальцев, которая вам удобна. И теперь вы должны подобрать на вашем блоке питания такую скорость, при которой вот это удобное вам движение пальцев оставит в одну линию примерно 8 точек. Сейчас я вам это покажу. То есть я, когда создаю вот этот штрих, с удобной примерно для меня скоростью, я могу создать одну всего лишь линию и посчитать примерно точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну вот здесь у меня 10. То есть я могу немножко скинуть скорость, наверное, до 5,5, ну 5,3 сейчас у меня. И с таким же движением. Пройтись и посчитать, сколько сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну вот, получается, у меня здесь сейчас 8 точек. Две из них, которые крайние, они очень маленькие, так как мое движение от легкого прикосновения потом стабильно на одной глубине и опять на вылет легкое прикосновение. То есть первая и последняя точка, они более маленького размера. Вы можете прям опытным путем найти для себя удобное движение руки, потому что некоторые любят работать очень быстро, их аппараты позволяют. Вот такой, допустим, аппарат, у него тяжелая вот эта вот часть, она оттягивает немного руку, и им не очень удобно махать быстро. Если бы я работала вот таким аппаратом, то я могла бы это делать на высокой скорости, я имею в виду высокая скорость движения пальцев и руки, и мне было бы удобно, потому что он невесомый практически. Поэтому в зависимости от того, какой у вас аппарат, какая для вас удобная скорость движения пальцами, найдите скорость на блоке, при которой остается примерно 8 точек. У кого-то может быть 7, ну не всегда прям получается идеально 8, от 7 до 9 точек. И вот эта скорость позволит вам создавать идеальные растушевки, когда вы держите все под контролем, у вас не создаются пятна, не появляются никакие полоски, потому что на высокой скорости при таком движении руки у меня бы просто оставались полоски. Я увеличу вам скорость аппарата до 9, потому что волоски я на этом аппарате иногда рисую даже на 10, на 11. И посмотрите, то есть стоит только задержаться на одном месте, и прямо очень четко становятся видны полоски. То есть на такой высокой скорости аппарата я должна махать прям очень быстро, чтобы у меня не оставались полоски. Потому что вот от этих полосок очень трудно избавиться, когда вы уже наполосили на коже вашего клиента, прям ну уже качественно не получится. Поэтому вот таким опытным путем я вам рекомендую подобрать оптимальную скорость движения ваших пальцев и вашей руки и оптимальную скорость вашего аппарата на блоке питания.
Кстати, вот здесь сейчас появится ссылка, и вы можете посмотреть видео, где я помогу вам выбрать правильно блок питания, потому что их огромное множество, я расскажу вам, какие я люблю. Если у вас остались любые вопросы, пишите их в комментариях к этому видео, буду рада на них вам ответить. Всем спасибо за просмотр, всем пока!